Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. У хоккейного клуба «Ариада Акпарс» новое название. В Йошкар-Оле пройдет чемпионат страны по служебному двоеборью среди судебных приставов и международные детские заочные соревнования по конкуру. Спортивные подробности в спортивном обозрении телеканала «Регион-12». Хоккейному клубу «Ариада Акпарс» укоротили название. Вернее, вернули прежнее. Теперь клуб называется просто «Ариада». Соответствующее уведомление об этом было направлено в руководство высшей хоккейной лиги, где несколько лет выступают хоккеисты из Мариэл. Напомню, под названием «Ариада» волжские хоккеисты выступали с момента образования клуба до 2006 года. В 2006-2007 годах название клуба было «Акпарс Мариэл». С 2007 года «Ариада Акпарс». Между тем, несмотря на межсезонье, в «Ариаде» продолжается селекционная работа. На днях клуб заключил контракты с двумя хоккеистами. В «Волжске» свою хоккейную карьеру продолжат голкипер Юрий Лаврецкий и нападающий Дмитрий Орлов. Вратарь Лаврецкий переходит в состав «Ариады» из пермского «Молота» Прикамье, в котором провел два предыдущих сезона. Нападающий Орлов в минувшем сезоне выходил на лед в составе ярославского «Локомотива» и молодежного «Локо». Ранее форвард выступал в пензенском «Дизеле» и череповецкой молодежной команде «Алмаз». Судебные приставы выйдут на беговую дорожку и возьмут оружие. В Мариэл пройдет чемпионат России по служебному двоеборью среди судебных приставов. Участниками старта станут сборные команды федеральных округов. В качестве генеральной репетиции на днях в Йошкар-Оле завершился приволжский раунд соревнований. По программе служебного двоеборья «Бег и стрельба из пистолета Макарова» победителями этапа стали представители Саратовской области. В командном первенстве верхнюю ступень пьедестала заняли приставы Кировской области. Команда «Мариэл» завершила соревнования на 6-м месте. Всероссийские соревнования пройдут с 17 по 21 июня. Для Йошкар-Олы эти старты не первые. Чемпионат страны у нас проходил в 2008 году. Международные соревнования по конкуру вновь в Мариэл. В этот уикенд в детском конно-спортивном комплексе «Чудо-кони» состоятся международные детские заочные соревнования по преодолению препятствий группы А и С. В категории А выступают опытные всадники 12-14 лет. Высота препятствий от 110 до 130 сантиметров. В категории С соревнуются начинающие спортсмены. Высота препятствий 100-110 сантиметров. Участники – юные спортсмены со всей России, которые будут бороться за право выступать на международных турнирах. Соревнования пройдут в пригороде Йошкар-Олы 14-16 июня. Пульс. Слушайте «Пульс радио», получайте подарки. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.